Друзья, всем привет, меня зовут СПТ, вы на канале Не Спит, у нас 9 июля, 3 часа ночи, и ежедневная рубрика «Чё почём?». Давай, друзья, указываем тег автора Team50, ставим лайкос под видео, сегодня вроде как ходят слухи, какие-то скины будут интересны, так что мы начинаем. Ну что, друзья, где там? Где? Вроде как сегодня что-то супер старенькое выйдет. Насколько ходят слухи, не знаю, насколько они правдивы. Поднимаемся наверх. И это у нас трон наследие. Блин, скинчики классные. Трон, это хорошо. Это у нас офигительный дельтаплан, на котором можно сверху стоя. Друзья, мы едем на ней как на серф-доске. Офигительный дельтик за 800 и, собственно, офигительные скинчики, но не имеет, опять-таки, особой разницы, какой конкретного выберете, чисто чуть в лице разница, но девах, наверное, пацанчики ж, как всегда, наверное, стрёмные, у меня на основе есть такой. А, и еще бэкпэк кирка не сказал, ребят, вот это бэкпэк это же фигня в руке киркой, то есть вы с ней убираете его из спины, и, собственно, это кирочка. По скину, ну да, тут, как всегда. Как всегда, ребят, мы выбираем женскую версию. Наверное, вот какой-нибудь вот такой вот. Или вот такой вот. Да, вот что-то из вот этих двух. Не помню, что у меня, наверное, магистраль. Хотя, может, и этот прическа огонь. Смотрится круто. Короче, что-то вот из этих. 1500 и 800 дельтик в комплекте почему-то нету. Печаль, беда, нету в комплекте трона. Но, собственно, этот скинчик, конечно, радует, друзья. Не забывайте тег автора Team 50. Ну, мы продвигаемся дальше. Рип Рара. Комплект шкафчика, 2000 фулл шкафчик. Скорее всего, что-то вы, как всегда, ребят, по традиции сможете купить. У вас по-любому что-то из этого есть и сможете забрать, наверное, по скидке. Ну, по скидке тут что интересного? Неплохая мода, которую многие любят. Но она и так как бы 200 стоит. Она у многих, я уверен, есть. Обертка неплохая, она 700, старенькая и дорогущая. Мокси тоже неплохой скинчик. Сейчас уже я бы не сказал, что прям так супер, но в целом скинчик хороший. Два цвета за 1200. Очень даже неплоха. Но аэропанцирь, ребят, ну... Такое себе за 800. И кирка коготь нормальная, но 800 тоже. Ну, короче, средней паршивости шкафчик. Тут принципиально, конечно, именно скин, наверное. И бедра. Ну, да, короче, только если что-то бонусом забирать не задорого. Пошли дальше. Дальше у нас лето продолжается. Это загорелая руби, друзья, с пляжным топориком. Отличный скин. Это фламинго, такой полуржачный скин. Неплохой, многие его любят. Это кирка его розовый. Фламинго. Сомнительная очень. Рачок. Рачок, ребят, подарите своему тиммейту с легким намеком. Чтоб они знали, так говорится. Ну, кто есть кто. Артерия. Да, артерия. Да, артерия. Неплохой скин с двумя стилями. Темный, светлый. Очень похоже на из Marvel. Вдову, которая не столь давно была. Но за штуку 200. Мышь совсем недавно была, не успели мы по ней соскучиться, как мне кажется. Только она вот совсем недавно. Там, по-моему, эмоцию я еще показывал. Да, она уже была вот совсем недавно, эмоции превращается она. Неплохой скинчик, вполне. Вполне себе, кирка прикольная, бертка нормальная. Нормуль. Дальше, пандемониум за 2к. Хорош скин. Чем он хорош еще, в отличие от классической вот этой вот панды. Стиль есть, ребят, без этой. Без башки, короче. Лучше, чем классический капитан команды обнимашек. Так, вот этот классный скин тоже мне нравится. Он тоже, по-моему, не особо давно был. Комплект Memento Mori. Офигительный. Тоже два стиля. Такой он хоррор стайл. Нравится мне. Нравится, что тот стиль хороши. Хороши, обертка классная. И бэкпэк неплохой, маленький, полторашка. Отличная цена за фулл комплект. Прям отличная. Дальше это Мариус. Тоже попрет за 800. Джулс. Бэкпэк такой себе.
Скинчик. Брутальненький. Брутальный. Капец, к этому дельту. Это же дельт, который выходил под... У нас был скин в боевом пропуске. Вот сейчас не вспомню, как называется. Который мы кастомизировали под себя. И вот этот дельтик, по-моему, в магазине тогда выходил под этот скин. Прикольный дельтик, слушайте. Я что-то и забыл про него. Две эмоции. Низкий потолок. И полет орла. И вот эта классная штука тоже. Это у нас кирка. Обычная и пиксельный вариант. Ой, пиксельные темные бомбистки, светлые бомбистки в таком стиле. Классная кирка. Блин, за штуку 200 классная. Потому что темная бомбистка стоит обычная классическая кирка 1200, а вот светлые бомбистки обычная кирка стоит полторашку. Это отличная альтернатива сразу двум. Аниме осталось. Остались скины с обертками. И остались летние хиты. Продолжаются, да? Ну и скорее всего завтра пустится к ним вот это все, да? Где-то летние. Вот эти вот летние страницы еще. Вот это. Еще опустится. Ну, что у нас осталось тут по летнему? Ну, все это пооставалось. Угу, наборчик есть, ребят. Ну, сегодня очевидно, что у нас топчик. Это трон. Которого, как мне кажется, не было давненько. Давненько. А именно больше 770 дней, ребят. 775 дней не было этих скинов. Поэтому, кто ждал... Приятной его покупки с тегом Team50. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. И до встречи!